Что увидели СМИ, когда открыли крышку гроба Вики Цыгановой? Света из Иваново заглянула в гроб Вики Цыгановой. В очередном выпуске программы «Луч света» юная тележурналистка Света Курыцина выяснила, куда пропала певица Вика Цыганова и почему она готовится к смерти. Света из Иваново побывала в гостях у певицы-отшельницы Вики Цыгановой, которая 10 лет назад покоряла страну разгульными русскими песнями. Виктории Юрьевне не раз приходилось оплакивать свою судьбу. В одночасье певица пропала с экранов, ее перестали звать на сборные концерты. Многотысячные залы оказались для нее закрыты. Вика Цыганова расстраивалась и плакала, но теперь в стенах своего дома не жалеет ни о чем. Теперь она занимается творчеством, о котором мечтала, шьет русские национальные костюмы. Любовь к традициям у певицы порой зашкаливает. Во дворе ее дома Света увидела гроб, который для Цыгановой по ее же просьбе изготовил муж. В старину такими атрибутами все запасались, на всякий случай. Гроб получился дивный. Он отделан костью мамонта, шкурами медведей и снежного барса. В числе деталей есть даже ноги бегемота.